Уже через несколько часов они будут нежиться на турецких пляжах. Десятки пассажиров ждут вылета в Анталью. Чтобы провести отпуск по ту сторону Черного моря, важно расквитаться с долгами на родине. Иначе можно стать невыездным. Чтобы помочь жителям благополучно отдохнуть, в аэропорту Курумыш дежурят судебные приставы. Их задача – проверить, есть ли у людей долги свыше 10 тысяч рублей. В помощь онлайн-сервисы. Дмитрий Афонин подсуетился заранее, погасил все задолженности и штрафы. И теперь спокойно летит отдыхать. Если не пустят, это... Путевки не дешевые сейчас, задолженность 20-30 тысяч, если у кого-то есть, это вариант. Я считаю, это нужно. Госуслуги, мне кажется, это вот прорыв, который позволяет, ну, смотреть все абсолютно на месте и также оплачивать тоже. Все очень удобно. Акцию «В отпуск без долгов» самарские приставы начали проводить в этом году. Сотрудники ведомства дежурят в аэропорту в периоды, когда люди массово собираются за границу. В новогодние праздники сняли запрет на выезд с 3 путешественников, в майские пока с 1. У знакомых были случаи, когда вот оказалась здесь сюрпризом. Так вот у меня девушка одна не улетела. Друзья улетели, она осталась из-за штрафа неоплаченного какого-то. Поэтому я очень боюсь и проверяю. Обычно, чтобы погасить долги и снова получить право выезжать за границу, требуется 10 дней. В аэропорту эта процедура занимает от 3 часов. Если долг уже погашен, но информация об этом еще не внесена в базу данных, отправляясь в поездку, важно взять с собой все подтверждающие документы и показать их приставам. Проблема решится на месте. Но все же жителям советуют самим заблаговременно проверять, есть ли у них долги. Сделать это можно на сайте госуслуг, службы судебных приставов или через мобильное приложение. Мобильное приложение ФССП, благодаря которому можно не только узнать о своих задолженностях, проверить себя или своих родственников на эту задолженность, но и подписаться. В таком случае, если вдруг вы получаете уведомление, вы сразу знаете о том, что у вас есть какая-то задолженность. И принять меры вы можете оперативно, не дожидаясь часа X, когда вы можете уже не вылететь за границу. Сейчас тех, кто не имеет права выезжать за рубеж, в регионе более 15 тысяч. Если кто-то из них на майские праздники вдруг решит покинуть страну, долги по исполнительным производствам нужно погасить в полном объеме. Судебные приставы будут дежурить в аэропорту до 9 мая. Алина Чемерис, Василий Колдашов, «События».